8 часов 55 минут местного времени, 27 февраля на 165-м километре трассы Р-254 Иртыш произошло дорожно-транспортное происшествие в районе населенного пункта Островное Мишкинского района Курганской области. На место происшествия незамедлительно высланы силы и средства звена территориальной подсистемы РСЧС Мишкинского района, подразделение МЧС России, Центра медицины катастроф. По прибытию на место было установлено, что произошло столкновение одного грузового автомобиля, двух легковых. В ходе проведения мероприятий по ликвидации дорожно-транспортного происшествия пожарно-спасательным подразделением было спасено два человека. Движение на федеральной трассе не ограничено.